Zoomline 804, четырехцилиндровый, турбированный дизель, 80 лошадиных сил, полный привод, реверсивная коробка 12/12. Огромный воздухозаборник, доп-радиатор под кондиционер, компрессор-ресивер, увеличенный бак на 60 литров. Грузы передние и задние. Навеска почти на 2 тонны. 4 гидровыхода. Компрессор. Бак под него. Рамка под номера с подсветкой. Везде диодная оптика. Самый интересный момент. По правой стороне нет лесенки. Дверь не открывается. Интересная такая задумка. Кабина евро. Педали навесные, весь педальный узел навесной. Кабина герметичная. Музыка, кондиционер, вентилятор. Классическая компоновка, рычаг. Блокировки дифференциала, передний мост, переключение ВОМа. Повышенные, пониженные. КПП кулиса, рычаг гидравлики, рычаг ручного газа, это рычаг реверса, евро панель, стояночный тормоз, ручник, все как надо. Это гидровыход сзади, это музыка. Розетка, вот кондиционер, есть люк, открывается на проветривание. Очень интересный аппарат, конкурент у него в России. Скорее всего, только один. Это Lavol 804. Вот она, турбинка. Также насос на две стороны. Одна на ГУР, вторая на заднюю гидравлику.